что пылесос Эленберг. Мощное всасывание 27. Вроде 60, модель MD-EC-09E. Так, открываем. Ну, я как бы слогаю. Длинная насадка. Потом идет сам пылесос. Вот он, Эленберг. Тут 12 вольт. Мощность использована 60. Объем 0,5. Длина 5 метров шнура. Сделано в Китае. Сам пылесос, внутри видно. Фильтр. Кепа. Я вот чуть-чуть использовал в машине проволоку на работоспособность. Здесь крышка. Там есть кнопочка. И нажатие открывается. Облесборник. Так, здесь включить включатель. Просто. Так, дальше насадки. Это плоская трубочка, очень гибкая, наверное, какие-то углы, там, свинина, там, чили, можно чистить. Такая же насадка, но уже жесткая, уже не сгибается никак. Еще одна насадка с щеткой. На конце. Ну, это можно с ним. Удобно, наверное, пыль поднимать с ковролана и сразу же пылесосить. В общем-то, здесь все. Ну, еще есть. Это что такое? А, ну, это инструкция по использованию пылесоса. Мама!